Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Зомби Кетчер, охотники на зомби. Такс, нам чуть-чуть не хватает, так, секунду. Разбей доспехи зомби. Хорош. Так, ну что же, погнали. Это у нас снежный биом. Ну и в снежном биоме мы сейчас начнем потихонечку наяривать. Есть. Накумарил. А этот ныкается. А кто там у нас был? Тоже, ребята. Да в плане. Есть. Так, сова. Блин. Да, господи. Ну ты, ты серьезно сейчас? Да я дрен-матрен, а. Все, в минус. И тебе тоже в минус. Так, ну вот здесь, друзья мои, надо как-то нам... Как-то нам надо... Без потерь. Опа, спасибо. Иди-ка ты в баньку. Далеко собрался-то? Такс, кто же у нас может быть здесь? Так, перестрахуюсь. На всякий случай. Да-да-да-да-да. Все так и должно быть. А кто здесь, интересно, а? Нет, нет, он же упадет сейчас, ребята, он же сейчас упадет. А ты не образил это по три комка-то бросать? Есть контакт. Фух. Ну что, неплохо, ребята, неплохо получилось. Я бы дошел очень хорошо. Так, пойдем в кафешку. Хорош. Так, ну что, давай смотреть, кого мы можем напрячь. Так, здесь. Здесь и здесь. И этого все равно недостаточно, ребята. Этого недостаточно. Погнали. Блин, зомби в броне нам надо, да? Понятно. Летучка, я что-то все равно подобью. Хламонка несчастная ходит, лазит тут. Не понял. Фух. Я уже думал, все, ребят, прозевал. Обошлось. Так, снова вот здесь попробуем. Синька в деревянной броне, это ни о чем. Хорош. Так, и здесь. Подожди. Чтобы не было никаких казусов, так скажем. Не понял я. Тихо, 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 жирный. Ты сиди на месте там, не дергайся. Вот так. Ребята, вот так я делаю дела. Главное по гарпунам. Прекрасно. Продолжаем охоту. Как говорится, не отходя от кассы. Не отходя от кассы. Ну, давай глянем. Дядя с молоточком. Еще один. И желтуха. И дяденька желтуха. Ну давай, лази. Как раз там мне и нужен был с броней. Ох, сколько вас тут. Шикарно.
Желтуху пригвоздил. Нормально. И последний — это жиробас. Слушай, норма. Я даже скажу тебе, это лучше, чем норма. Прекрасно. Ну что, продолжаем, да? Нет, подожди, давай в кафешку все-таки. Вначале мы сделаем с тобой заказы. Чуть-чуть, ребят, не хватает. Совсем маленечко. Ага. Вот. Блин, охота на босса. Хм. По-моему, мы сегодня апнемся. Все идет именно к этому. Конечно, ловить. Конечно, ловить зомби. Ну что, зачем я еще сюда пришел? Любоваться на них, что ли, просто так? Нет, конечно, ловить. Всяких желтопузых и тому подобное. Мне нравится, когда они под мостиком, ребят. Знаешь почему? Они не могут... Они не могут прыгать. Они тупо не могут прыгать. Но. Желтуха. Захотел чего? Видишь, он эту веревку, блин, в гарпун свою 30 лет натягивать будет, блин. Он пока ее натянет, он уже убегает. Понимаешь, в чем дело? Продолжаем. По-моему, последний у нас, да? А, у нас вон еще где. Поймал. Чайнатаун. Ловим. Ловим, ребята, в Чайнатауне. Да. Это же летун. Знаешь, что я сделаю? Я, наверное, сделаю вот так вот. Угу. Как раз то, что я и хотел. А тут кто? Ну, шлепок, а? Вот это что-то как-то неожиданно. Да куда ты там за... Вот бестолочь-то, ну ё-моё, ну... Да, ребята. Ты дебильный этот... Да вот фигня ли он не ловится-то, блин, я не понимаю вот этого вот. Давай вылази. Так, и одного где-то мы пропустили. Где мы его могли? Почему мне так быстро заканчивается полет-то? Нет у меня гарпуна. А, ну у меня есть эту сетка. Сеткой буду ловить. Надо было сетка, ребята, ловить. Самые эффективные. В кафешку. Прямиком именно в кафешку, друзья. Ну что, выполнено? Да, выполнено. Что мы там получим? Ну, такое себе. Че, осталось 5 продуктов, ребята. 5 продуктов продать, и мы с тобой получаем уровень. Ну, че так долго-то там, не пойму. Желтопуз, иди давай.
Так, последний продукт. Отлично. Ну-ка. Куда ты пошел-то низко так? Покупаем, друзья мои. Мэти турки. Индейки, ты не думаешь, что мы перебарщиваем с праздничной символикой? Ну и пусть. Если все так пойдет и дальше, мы скоро будем набивать этих птичек купюрами. Купюрами он будет их набивать. Значит так, 20 леденцов. 20 леденцов. Это где у нас леденцы-то эти? Вот они, да? Блин, болото нужно. Омары. Омары у нас это... Это пляж уже, друзья мои. Это уже пляж. А индейки вот эти, это надо нам. Проблемы. Так, ну давай попробуем поймать. Нам бы хотя бы на одну индейку поймать. Почему я так и думал, что в снеговике кто-то прячется, а? Чуйка, ребята. Вот что я делаю, а, ребят? Скажите, вот мне на милость. Вот что я делал? Менял оружие и думал... Эй, тупанул, короче, я. Ну, кто там? Блин, да неохота мне туда... Угу. И последний тоже, да? Блин, кончилось. Нет, парень. В этот раз без снежков как-нибудь. А тут? Хорош. Да выпендривался. И один все-таки у нас убежал, да? Угу. Не могу я продолжать дальше охоту, потому что нет зомбиков. Блин, вообще ни на что не хватает. Сюда нет смысла, ребята, мне на чай стоять. Мне надо именно вот здесь. Блин, ну и болотов тоже. На болоте я оставлю, наверное, одного, ребята. Где у нас там дроны? На болоте я оставлю одну. Один дрон. А мне надо на пляж. Два дрона, как минимум. Все. Ну что, друзья мои, тогда мы с вами увидимся уже в следующей серии и продолжим. А на этом все. Всем пока и до новых скорых видосиков.